Эти парни и девчонки через полгода распростятся со школой и придут на производство. Придут они и на Таганрогский завод «Красный котельщик», и не учениками, а квалифицированными станочниками. На заводе заранее позаботились о будущем пополнении. Здесь создан учебно-производственный участок. К теоретическим знаниям, полученным на уроках труда, ребята добавляют солидную практику. И это не просто практика. Из-под их рук выходят настоящие детали, которые засчитываются в план цеха.